Так, ребят, все-таки решил продолжить, значит, гайд. Значит, что мы сделали? Мы с моим боссом на последнем гайде, я уже забыл, на последней серии убили вот тут этого. Да, теперь у нас тут финальный дракон. Так, тут у нас, ребят, пройдено. А, стоп, тут. Тут пройдено? Да, пройдено. Тут пройдено. Тут у нас эти две кошары и финальный босс. Тут у нас пройдено. Так, значит, чувака этого нет, но он, этот, вот этот ушел, который тут сидел, золотой рыцарь, он там. Значит, я все-таки думаю, что может стоит, правда, сюда пойти. Давайте только это, для этого мне надо магию. Тогда, наверное, поставить кольцо, что ли, на магию. На невидимость надо поставить кольцо, тогда подождите, сейчас попробуем. Как это, знаете, я подзабываю, блин. Вместо кольца крысы, естественно, вот это поставил. И выучим у него магию. А, вот это вот. Скорее всего. Так. Самое главное, чтобы его не убили. Вот что самое для нас главное. Вот именно его не убили. Так, подожди-ка. А есть его помощник? Уже помощника нет, понимаете? Он уже помощника грохнул. Блять, если он его убьет, это я вам не покажу самую сильную магию в игре. А чтобы сильную самую магию в игре показать, вообще можно, знаете, давайте-ка мы пойдем сейчас. А я вам покажу эту самую сильную магию в игре. Но, так скажу, значит, так, невидимость у нас есть. Попробовать, что ли? Так, стоп, еще посмотрим. А меч есть? Да, меч есть, чтобы кольцо активировать. Ладно, давайте попробуем. Давайте я покажу вам. Есть способ, конечно, этих кошек легко убить, но... Как нелегко убить вообще, но там глич надо делать. А давайте попробуем. Просто я боюсь, что... По идее, его попозже надо было убивать с той магией, с крутой. Ну, ладно, давайте так. Получится, не получится, не важно, будем бегать. У нас тут, так как нам надо забелить этот мир до конца. Вот смотрите, он пока не забелен. Вот этот мир, вот башня. Мы уже три мира с вами затемнили, но у нас, в принципе, все пройдено там. Но вот этот мир пока нам надо забелить, чтобы я вам показал, где появляется персонаж. Вернее, забеленного персонажа мы увидим только после того, как откроем камеру. Так. Он как-то умирает со временем. Видите, в одной руке довольно-таки все равно слабый урон, так как у нас без прокачки. Тут, значит, карта довольно-таки обширная. Еще тут можно побегать внизу, куда упал этот мозг. Вон, видите, там ништяки валяются. Вон, сколько ништяков. Я туда не побегу, не хочу. Если кому интересно, сам туда сбегает. Так, где моя палочка? Палочка есть, все. Все нормально, сейчас сделаем. Сейчас покажу просто, как его можно убивать. Ну, не знаю, получится, не получится. Там надо, кажется, долго стоять, ждать. Давайте попробуем, черт с ним. Тут этот маг будет, надо его сейчас будет грохнуть. Поэтому невидимость желательно вам взять. А маг, правда, серьезный, чего, по мне с одного удара ваншот. А, ему не повезло. Не получилось ему ваншотнуть меня с одного удара. Ну, вообще урон, видите, очень слабый урон. То есть, как бы, грубо будем брать. С таким уроном, конечно, мы с этими кошками замучимся. По идее, кошек финального босса... Ну, финального босса там есть еще вариант, я покажу, как убить с ним, не дравшись. Но по большому счету кошек финального босса и вот с
следующего персонажа, ну, следующего босса после вот этих кошек, надо убивать ребят вот с этим мечом, вот так, и с кольцом крысы. То есть любое касание вас, вы труп. Ну, давайте я покажу вам, короче, как можно его, значит, убить. Так, подождите-ка, стоп. Что нам? Ой, подождите-ка. Так, а что у нас этих опять нету? Опять я не купил, что ли? Ну, ёлок-пал, опять я, наверное, их не взял. Сколько у меня их там есть? Вообще нету. Ай, блин. Так, подождите-ка, значит, если так... Если так, и тогда... Тогда мы вот это поменяем. Наверное, на кольцо крысы. Тогда попробуем с мечом все-таки, да? Давайте попробуем с мечом все-таки. Так, подождите-ка. Так, подождите-ка. Вот это нам тогда, получается, не надо. Мы меняем его на это. Сейчас будем как бы нашу систему делать. Нам надо кольцо крыс активировать, ребят. Просто я покажу, конечно, как и без этого сделать. Это, блин, песня долгая. Надо было, конечно, чтобы нам... Хотя мах, наверное, убил бы меня очень быстро. Сейчас сделаем. Ну, по крайней мере, я вам покажу. Вы посмотрите урон. И это самый один из самых трудных боссов в игре. Вот этот вот. И этот, и финальный босс, но он тоже может убить. Это такая геморройная вещь, надо было, конечно, чуть урона получить. И сколько мы так будем делать? А если просто постоять, быстрее будете? Не, мне кажется, так она медленнее. Вот этот меч, он как бы чуть отнимает у нас жизни, поэтому его желательно получить в игре. Просто если бы маленький урон получили бы, мы бы быстренько это все добили бы, можете добить до кольца крысы. Мне кажется, вот так быстрее все-таки жизнь отнимается. Может, не так быстро надо, как я. Ну, до половины уже дошло. И быстрый выход из игры вам поможет, если вас убили, ребят. Обязательно его тренируйте, чтобы сюда не бегать постоянно, не активировать вот это вот крысиное. То есть вас будут убивать, к примеру, эти боссы. Вы просто выходите из игры. Самое главное, это выйти до того, как появилась табличка вот эта, что вы умерли. Потренировать выход из игры довольно-таки простой. Так, сейчас уже скоро. Вот она появилась. Все, значит, кольцо крысы появилось. Теперь нам с вами надо... Смотрите, тут что нам надо? Нам надо с вами активировать невидимость. Невидимость активировать. Вот так вот сделать и забежать к боссу. И самое главное, нам надо будет увернуться один раз от него. Посмотрим, что он сделает. Вот скотина, а. Сделал самую херню. Вот так вот достаточно. Да, я думаю, что он не догонит нас. Хотя может догнать. Вот сюда забегайте. Вот, становитесь. Это пока убираете. Активируете невидимость, к примеру. Так, теперь обязательно это меч берем наш. Ну, то есть так, берем меч. Он уже активировался? Нет, стоит? Да, стоит. Смотрите. Вот у нас кольцо крысы, меч и наш меч. И мы подходим к нему и... Вот тут мне просто не повезло, но я думаю, мы успеем убежать. А-а-а! Черт возьми! Я забыл, как выйти из игры быстро. Вас учил, сам забыл. Ну и ладно. Ну и ладно, смотрите, как выйти из игры быстро. А, вот на эту кнопку, а я не на ту нажал. Вот так, вот так, вот так. Все понятно. Короче, сейчас просто не повезло, но почти. Давайте, пока мы будем это бежать. Пока мы будем бежать с этим мечом.
Да, видите, в чем минус, что, значит, надо было опять за перилку сбежать, и я думаю, мы его убили. Сейчас мы попробуем тут этот урон получить от кого-нибудь такой небольшенький. Ой, 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 вот это да, вот это да, вот это урон. Черт возьми, я забыл, я не умею играть. Я же забыл, что тут этот моб стоит, черт. Надо было оружие поменять и его убить. Он хорошо у нас, кстати, с первого раза не убил. Ну ладно, бежим. Это даже хорошо, сейчас мы зато знаем, как на нем активировать кольцо. Ну, самое главное, души тратьте на всякие приспособы, которые вам понадобятся для игры. В принципе, больше ничего вам не надо. Давай, будешь что-нибудь? О, нормально. О, а что я тяжелый такой? Вау! Вот, смотрите, сейчас я специально вышел из игры. Показать вам, что мы не сдохнем. Сейчас вот быстро вышли из игры. Видите, до того, как появилось, вы умерли. Это вот, кстати, чтобы вы понимали. Видите, где мы стоим? Все нормально, да? Мы вернулись. У меня перегруз, ёпанский. Я-то думаю, что-то не так. Ну и хорошо, мы вокруг этого оббежали. Перегруз, самое главное сейчас не взять тот меч. Все нормально. Да отстаньте вы от меня. Так, все нормально. Не перегруз. Кстати, перегруз это плохо. Вот этот меч мы уберем. О, видите, нормально стал кувыркаться. Он теперь нам больше не понадобится, меч этот. Сейчас мы... Самое главное теперь, чтобы тот нас, чертенок, не убил, маг. Потому что маг может тоже убить. И легко может убить. Сейчас мы на нем проверим урон. Сейчас мы активируем невидимость, так. Возьмем вот это все в руки. Побежим к магу. Посмотрим, а убьет он нас, не убьет. Да, он идет. Он, кстати, убьет нас сейчас, наверное. Я даже по нём не попал. Твою мать. Он меня, правда, тоже не видит. Он не понял даже, кто тут наехал на него. Потому что у нас невидимость. И далеко он еще пойдет. Так, невидимость. Еще что я по нём даже не попал, а? Если он пойдет назад, лучше мы его тогда будем атаковать. Что-то он далеко идет. О, сейчас пойдет назад. Да. Как так получилось, что я по нему не попал? Ну да, урон хороший. И аптечки. Урон хороший, ребята, урон хороший. Оно и по этому, по львенку был хороший урон. Если бы я не был... Я понял теперь, что я это не мог толком от него увернуться. Потому что у меня был перегруз. Я сразу просто не врубился. Что-то я там крутился, вертелся. В принципе, я бы убежал, если бы все было нормально. Так. Тут самое главное, ребят, самое главное тут в начале вот вам не тормознуть вот с этим вот, как сказать, с первым уворотом. Вы должны вначале увернуться, чтобы он вас не убил. Прицел не советую на него. Вот видите, увернулись, все, теперь быстренько в этот угол. И вот сюда... И можно еще раз будет сделать эту невидимость. Он нас все равно не видит. Он сейчас активация проходит у него, но лучше сделать невидимость. Вот, видите, он становится. Сейчас появится эта фигня. Вот, мы сделаем. Теперь берем оружие наше. И просто бьем. О, как хорошо, что он это сделал. Вот, все. Теперь смотрите, что делаем. Теперь заходим сюда, ждем второго босса. Сейчас он должен прилететь сюда. Так, а что его нету? Что, он активировался, что ли? А, вон он. Можем вот здесь стоять, смотрите. По идее, он уйдет туда к себе. На свою территорию он, по идее, уходит. Ну, могли бы его сразу убить, но можно и здесь стоять, он тогда к себе на территорию уходит. У них как бы вот один моб это крыло, а второй моб он в там. Он, видите, он пошел туда к себе.
Но все равно там придется с ним драться, поэтому тут как бы вариантов нет. Он может тоже убить, то есть имейте в виду. Поэтому лучше сделать невидимость. То же самый принцип. Ну и все. Как видите, он даже почти что не активен. То есть вот такое вот единственное убийство. Но, ребят, все равно вам придется, еще раз говорю, вам придется применить вот этот меч сделать, который у нас за спиной висит, он дает урон. Кольцо крысы. И, естественно, у меня еще, не забывайте, пушка до плюс 5 обкачана. Вот, то есть вот этот меч, вот этот. Ну, если у вас будет пушка все-таки обкачана, ваше основное оружие до плюс 4, то будет, конечно, поменьше урон, но все равно довольно-таки приличный урон. И сейчас мы, получается, с вами прошли самого такого дотошного босса. Значит, есть на него скип. Я вам его не показал, но я вам объясню, как его сделать. Он очень простой. Смотрите, значит, забегаете к боссу. Пробегаете мимо первого босса, который там вас встречает. Бежите вот сюда, в самый угол карты. Вот до этой вот. И вам надо прыгнуть вон на ту нижнюю перилку. Это возможно сделать. Так, подождите, сейчас я вам покажу. Коснуться обелиска. Так, все, мы появимся. А, не, умирать мне здесь нельзя. Не, не покажу. Значит, я покажу вам попозже. Сейчас мы сначала... Смотрите, вот там, короче, если тут вот сбежать вниз, вы упадете на перилку, не разобьетесь. Забежите вот за тот угол, потому что за вами этот моб придет. Вот этой, как бы, колонны. И когда станете вот так к стене, прямо на колонну будете смотреть, и когда эта колонна начнет исчезать, она так начнет исчезать, как бы текстура распадаться, вы в этот момент выйдете из игры. Появитесь за, ну, за входом к боссу. После этого забежите к боссу и тут же сразу направо упадете в пропасть и разобьетесь. Но когда вы разобьетесь, вы уже, ребят, появитесь за боссом вот на этом костре. Если вы все правильно сделаете, то вы скипнете этих двух боссов. Их просто не будет. Значит, тут, смотрите, тут, по идее, мы, по идее, должны вот тут финальный босс, его убить. Но, я вам так скажу, на данный момент у нас уже, если мы телепортнемся в Nexus, у нас уже забеленная, будет мир забеленный. То есть у нас уже открыт проход и открыт, вот смотрите, заходим. И у нас белый мир, видите, уже можно босса того не убивать. Так, ну так как там, даже сейчас я вспомню, далеко ли там нам бежать, не убьют ли меня там. Хотя, в принципе, какая разница, он мир забеленный, можно. Можно и так побегать, тем более у нас невидимость есть. Значит, что нам надо? Нам надо забрать ключ. Сначала нам надо забрать ключ. Так, подождите-ка. Давай, ладно, давайте, черт с ним. Заблать ключи, это нам надо все-таки вот опять не сюда, вернее, а в верхней Латакии нам надо. Придется сбегать за ключом, заодно покажу, где ключ лежит. Я вам показывал в предыдущих сериях, где ключ лежит, но лучше покажу, как бы, ну, мы его возьмем, вернее. Значит, тут что мы сделаем? Тут мы бежим, ну, в принципе, говорю, если не, нас даже убьют, самое главное не возвращаться в Nexus, и все нормально, мир забелен останется. Тут это вот делаем невидимость. Берем две руки лучше всего, потому что блок, чтобы поставить. И урон был побольше. Нам надо будет сбегать за ключом. Тут вот этот моб, который нас хотел убить, блядь. Но в этот раз не так это просто сделать, потому что я буду всех убивать. Ну, кто мне мешает. Так что с боссом так, ну или просто драться. Ну, босс, говорю, такой опасный, он очень, у него есть у этого львенка. Проблема в том, что если вы его быстро не убиваете, то второй приходит, и вам придется драться с двумя, если слабый урон. Магии бросать в нашем варианте не прокатывает, так как у нас слабый урон, мы же SL1 проходим. Поэтому тут вариант только с кольцами. Это я брать ничего не буду, ребят. Сейчас, короче, самое главное, вот лучник, чтобы нас не убил.
Так, тут пробежали. Тут пробежали, чуть-чуть остался. Тут нам надо наверх, на лифт. Все-таки лучше не умирать. Лучше, ребят, не умирать, потому что, ну, вот видите, что творится. Сука, тут не на лифт, тут нам надо на перилку. А, вау, лифт! Я забыл, что тут тоже лифт. Самое главное, чтобы нас тут не убили, эти ребята. Вон он, гад, висит, повезло. Не должен меня убить. Блядь, я лифт проморгал. Вот он, лифт приехал. Поехали на лифт. Быстренько. Ну, нежелательно умереть, конечно. Зачем нам это нужно? Значит. Так, на лифте проехали. Тут бежим сразу, потому что этот мобяра, он за нами летает. Ну, он далеко, наверное, не полетит. Вот тут, видите, смотрите, вот как я вам говорил, вот тут вот наверх. Сейчас я вам тут в предыдущей серии показывал, тут бы не было вот этого мостика. Видите, появился мостик. И мы сможем дальше пройти. Это когда вы мир забелите, там появляется вот этот мостик. Так. И мы бежим на самый верх. Вот видите, по такой небольшой лесенке. Потом они в Dark Souls тоже сделали такую фигню. И вот тут на самом верху лежит тюрьма надежды. Ключ от камеры. Вот. И все. В принципе, тут мы можем отсюда телепортнуться. Тут больше ничего нет. Чтобы лишний раз больше не бегать здесь, мы можем телепортнуться. А тут, я не знаю, я тут сам не был ни разу. Ну, мы можем телепортнуться. Блин, подождите-ка, забыл уже, как телепортнуться. Сейчас. Вот, давайте вот это телепортнемся. Нет, сейчас, секунду. Ключ у нас лежит. Погнали дальше. Так, заходим. Теперь нам надо, ребят, чтобы этого чувака спасти, нам надо вот в тюрьму все-таки в самом начале. И сейчас я покажу, там откроется новое место, куда можно пройти. Так, тут нам надо на третий этаж. Вообще, эта локация одна из самых таких прикольных. Мне больше всех она нравилась в оригинальной версии. Надеюсь, он меня не сможет убить. Не видит меня, потому что невидимость. Повезло, бля! Вот сука, гад, блядь. Я просто не ожидал, что он тут стоит. Падла, блядь, повезло. Это, честно говоря, я не знал, что такая фигня может быть. Что если невидимость, он тебя даже вблизи не видит. Так, нам вот сюда, да. Так. Так, не помню, сюда. Нет, не сюда. Тут у нас Мах сидел, да? Надо что-то такое смотреть. Я даже не знал, что тут есть ключ. А, тут этот труп. А, кстати, труп, наверное, так нельзя сбить. Труп надо сбивать магией, ребята. Вот так. Магия стреляет. А что я не могу стрелять? А, палочка вот. Эй, будешь сбивать тут? А черт возьми, тут вблизи не ведут. Вот. А, нифига себе. О, наконец-таки. Что дает? Ха-ха! Да. Это тут мы мага освобождали, да?
Нет, нам не сюда, ребят. Да, тут мы мага освобождали. Нам другое место. Сейчас я уже подзабыл, где этот чувак сидит. Дальше надо ниже спускаться, да? Сюда же мне вообще? Эй, подождите, да, вот сюда, точно. Еще ниже надо спускаться. И вот здесь вот, вот в этом проходе. Да. Ай-яй-яй-яй, подожди, там моб опасный. Ну что? Что? Выжрал все, блин. Но невидимость не хватило. Сейчас он, этот придурок, он очканет нам. Мы его убьем лучше, но ай, возьмем, что он там дает. Так, ну и все, теперь уже этот чувак будет освобожден. Смотрите. А, где он тут? Вот он. Стоит. Мы можем только его открыть, да? И вот у нас есть ключ, мы его открываем. Естественно, сейчас с ним поговорим. Давай. Ну, я использовал ключ, да, поговорить. И вот он нам дает кольцо голубой крысы. Это глупой крысы. Это вот такое же кольцо, как на нас одето, ребят. Единственное, она, вот она, усиливает защиту, когда у вас мало жизни. Ну, никчемная вещь. Ну и, в принципе, получается... Он больше ничего не будет говорить вам, значит, смотрите, тут вот еще помимо этого открылся вот этот проход, который был завален камнями. Ну, тут ништяки, естественно, мы собираем чисто нам для ништяков. Тут будет что-то будет ценное лежать, сейчас скажу. Тут, кажется, мобов даже не будет никаких. Осколок камня лунного света, это я не знаю, это нам, наверное, не нужно. А не, гляньте, есть моб. Ну, зато в камере ничего нет, да? Тут есть что-то. О, шляпа будет. А, ну да, шляпа тут будет. Шляпа вот этой колдуньи. Прикольная. И еще тут что-то будет. Какой-то ништяк в конце, мне кажется. Тут, наверное, ничего не будет. Да. А тут что-то лежит, насколько я помню. А, ну и броня. Одеяние почти у нас старца. Не знаю, это мы одеть не сможем, так как мы это женщина. Больше ничего тут нет. Вот такая вот петрушка, значит, смотрим. Шляпу мы можем одеть этой бабы. Видите, вот сейчас покажу вам. Вот такая шляпа. Правда, тут не видно ни хрена. Не светит. Темная довольно-таки локация. Прикольная шляпа. Это как на магичке, которую мы пока не стали освобождать. А броню мы не сможем одеть, так что это мужика броня. Видите, она тогда темная. На мужчину тут можно. Я не знаю, что она дает. А дает ли эта шляпа что-нибудь? Ну-ка, подождите-ка, есть какие-нибудь ништяки дополнительные? Черт, как это почитать? А не, ничего она не дает. Так, ну что, теперь получается назад бежать. Так неохота. Так неохота назад бежать. Теперь мы можем разбиться, ребят. Да, вам так скажу. Есть тут возможность спрыгнуть вниз? Где-то ни хрена нет, да? То есть, как бы теперь мир забелять смысл, ну, с белым миром дальше бегать смысла нет, его можно спокойно затемнить. Но лучше это сделать после убийства последнего босса, потому что как только вы убьете... То есть вот если сейчас я затемняю мир последнего босса, я убиваю, он опять засветлится. Поэтому... Так, ну что ты будешь делать? А, не хочу я тут бегать. Гляньте, это ж так далеко бежать. 20 тысяч, мне желательно купить что-нибудь. Мне надо кое-что купить, поэтому давайте все-таки будем бегать. А эту штуку 5000 жалко просирать. А где-то выход, блин. Не выход, вернее, а наверх проход. Ладно, давайте потратим время. Ничего страшного. Тут совсем чуть-чуть. Совсем чуть-чуть, ребят. Так, сюда же мне, правильно, да?
Да. Ну, короче, в любом случае, вот этот квест мы выполнили. Смотрите, когда вы мир затемните, вот этот мужик с палкой, который нас встретил, он же будет там, ну, не в камере, он рядом будет стоять, он будет красным фантомом. Если вы его убьете, вам дадут его вот эту дурацкую палку, блин, которая может и колдовать, и плюс оружие, как бы палка ниндзи-хиринзи. Вот так вот. Так, все, наконец-таки мы добежали. Тут совсем чуть-чуть. Вот наш. Где это наш костер? Да. Ну и все, сейчас мы в этот. Хотя зачем? Да, давайте в Nexus. Сейчас, в принципе, нам надо купить эту, чтобы не просрать деньги. На последнем боссе тут можно легко умереть, иметь в виду. Поэтому советую вот сейчас вот сбегать, как я. Нам надо этих купить. Подождите-ка, нам надо купить этих самых. Ак, да, нет, подождите, надеюсь, все будет нормально. Так, куда ты пошел? У меня джойстик начинает глючить. Да, нам надо вот сюда сейчас мы смотрим, мы этого купим, наверное. Есть у него эти на магию фигушки? Что у меня с магией не очень, у меня нету ни хрена. Вот тут стоит же мах наш, надеюсь, я его не убил. Не убил, стоит. Не мах, вернее, а торговец. Купить. Вот эти нам надо пряности. А у него только такие пряности. Блин! Остальные пряности у того лоха, который там. Да. Ну ладно, давайте эти. Эти я и там бы мог купить. Сколько там пряностей? Ну, штук. 50 возьмем. Так. А вот этих давайте возьмем тоже. 10 получается могу взять, да? Да, все, все. Теперь можно спокойно, так как у нас нет финансов, мы можем спокойно с вами через кольцо телепортироваться. Да, блин, да. Так, сейчас я вам покажу, как проще это сделать. Сейчас покажу. Все у меня постоянно на халяву, честно скажу. Значит, проще сделать вот так вот. Сделайте, блин, вот так вот. И вот сюда забейте вот это вот кольцо дебильное. Вот это кольцо, к примеру, можете забить еще и вот это кольцо. Не кольцо, вернее, вот эту штуку забить. Потому что, ну, такие вещи важные. Чтобы не искать, вот забили то, что там самое важное. Значит... Тут все, идем финального босса сейчас убиваем в этой локации, да, и получаем самую сильную магию. Даже если на нем умрете, не страшно, да? Уже теперь это уже не страшно. Можете с полной жизнью. Но опять-таки, смотрите, его тоже лучше убивать, конечно, с кольцом крысы, потому что там буквально 4-5 ударов, и он это сдохнет. Ну, а так вам придется помучиться с ним. Ну, тут заставку я, ребят, пропущу. Если вы в онлайне играете, да? Видите, не очень сильный урон у меня, когда... Не очень сильный урон, когда мы просто с вами. Они меня не видят, потому что у меня невидимость. Короче, когда вы играете в онлайне, может у него вселиться. Вот, вот. Вместо этого босса может быть этот самый. Так, тут мах после 4 этих лохов. И он может вас убить. Поэтому лучше вот так вот сделать. Раз. Ага. Вот смотрите. Не, глянь. Хотя сейчас, сука, меня увидел. И убил? Вот, сука. Я же сказал, лучше сюда не шариться. Что-то я думал, что чуть-чуть граммик жизни останется. Вот гад. Ну и ладно. Ну и ладно. Это, конечно, для нас плохо, потому что... Нам с боссом лучше в полной жизни не драться. Ну или с кольцом крысы драться за год. Только такой вариант. Сейчас я покажу, как его вам проще убить, этого мага. Это же узкий проход. Вот 4 убили, да? Потом смотрите, как делаете. Переключаете вот эту херню на палочку. Тут одеваете вот эту вот фигню. И спокойненько идете вот сюда. Вот, его активируете. И вот, а, да ёпанский бог!
Я не успел. Надо просто встать за угол, чтобы он не попал у вас этой магией. Задолбал-то, блядь. Я говорю, это такая херня, что просто сил нет. На всяких мелочевках мы с вами будем умирать. Но это не страшно. Нам не страшно. Деньги мы потратили. Вот на этих можно активировать и кольцо крысы. Что? И с полными жизнями они вас не убьют за один удар. Блядь, сучонок, а. Так, давай. Давай. Давай, сука. И на этот раз я не лоханусь. Я буду осторожно бежать. Давай, стреляй. Стреляй, сука. Ага. Вот он бежит, и вы у него раз. 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 Ну и урон, блядь. Ну и урон, блядь. Не, не прокатит, подождите-ка. Давайте-ка это будем. Херню не будем заниматься. Он убил меня. А, да. Магия не прокатит тут. Все правильно делали, но не магия, ребята. А мечом бить придется. Магия – это херня. Магия – это херня. Бить будем мечом. Причем просто не успел. А где тут этот проход? Что-то у меня мыша просто начал подключить. Все нормально. Сейчас мы дойдем. Финального босса тут нет, никаких глючей, легких убийств. Просто придется драться. Но он сам по себе довольно-таки легкий, морда, блин. Так, смотрите, как я и сказал, тут это самое, вот так вот его агрите. Вот он стреляет, но это не прокатит у него. Самое главное, чтобы он... Да, блядь! Ну что это такое? Я даже не вижу его, а эта магия пролетела, блядь, сквозь стену. Нам надо, чтобы он вот на нас побежал, и тогда он умрет. Три удара, мне кажется, и он умирает. Вот падла, как он мне достал, а? Что за ерунда? Что у нас там за второе кольцо, а? Дайте я посмотрю. А, ну у нас же двойная магия. А кольцо, а крыса, которая нам не нужна. Ну-ка, давайте, кольцо крысы мы заменим. А, куда я побежал там где-то? Вот давайте вот эту, к примеру. Может, чуть-чуть урона добавить. Я думаю, добавить урон чуть-чуть. Падла, блядь, какая, а? Меня уже третий раз убил, да? Давай, сука! Вот, побежал, то, что нам надо. А чего нет урона-то, э? Ну что это за урон? Это крохотулечный урон. Так, все, мужики, беру свои слова назад, придется кольцо крысы активировать. Ой, для этого я советую вам сделать вот так. Вот такие камни у нас должны быть, обязательно при себе активируем жизнь, так как нам уже по барабану. Мы берем с вами, делаем вот так. Кольцо крысы придется активировать. Сейчас, подожди, только кольцо крысы одеть надо. Ёпанский бог! Еще не мешало мне сдохнуть на этом моде. Да бля! Что это за ерунда, блин? Так, я ничего не вижу, блядь. Что я сделал вообще? Я ничего не вижу. Ну, кольцо крысы активировалось, короче. Вот, это другой вопрос. С одного удара сразу стали убивать, да? Так. Самое главное, чтобы этот тварь по мне не попал. То будет бу-бу-бо. Бу-бу-бу будет. Вот он как раз таки этой херней занимается. Стреляет, блядь. Ну не сука. Не, ну слушай, ты, блядь, с
Сегодня что решил, блядь, нервы потрепать? Ты посмотри, что делает сучонок. Еще у меня, видите, мышка глючит, а? Ага, все, попал, чувак. Вот я же говорю, с двух раз. Если с этим кольцом и с мечом два раза. Это еще не все. Там еще сейчас будет один. Такой же урод, блядь. Вон он стоит, видите? Поэтому аккуратненько. О, тоже побежал. Отлично. Все. Ништяк тут какой-то лежит, но не знаю, в этой девушке. Значит, вот тут стоит босс, ребят, значит, умереть на нем очень легко. Советую вам все-таки, если вы чувствуете, что с кольцом крысы вы его убьете, надо раза 4 ударить. Но, говорю, любое касание Иона, он очень сильно бьет с подтишка. Он просто жесткий чувак, вообще просто жесткий. Поэтому я советую вам не драться с ним. Сейчас мы попробуем, кстати, давайте попробуем. Не будем драться с ним таким образом, а будем драться просто. То есть вылечимся. Так. Это сделаем. Посмотрим, что это даст нам, не даст. Значит, смотрите, как это делается. Вот он вот так вот бежит, и вы спокойненько потом раз, раз, раз. Ждете, пока он стул ломает. Какой-то. Вот. Оп, 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 оп. О. Отходите. Стульев до хрена. Вот когда он эту херню делает, можно сделать. Вот видишь, что творится, а? А кто вот сейчас магию сделал в меня? А, вон они, магии появились, да? Не хватает выносливости, чтобы с ним собраться. О, видишь, что творит? О, очень опасно! Кстати, что у тебя очень опасно, я вам так скажу. Видите, какой у него резкий удар есть? А! Срочно пьем таблетку! А! Цирк, блядь. Ну это говно, блин, полное говно. Это просто жесть. Он, короче, меня сожрал в угле и этой магией убил. 4 штуки, это ваншот. Плюс, может быть, даже меня грохнул этой. Ну, блядь, ну один удар. Ну как нахуй так может быть, а? Ну ты что, шутишь, что ли, чувак? Ну это просто нереально, блин. Блять, заставил, сука, матом брехаться, тварь, ё. Один удар, я уже расслабился, думаю, все, блядь. Мне, кстати, вот эта последняя штука, херота это, блядь. Блядь, я не знаю. Я не знаю, как мы сейчас вообще его проиграли. Мне еще джойстик, блядь, глючит, сука, блядь. Уйдет второй, ну как? Ну как же первый-то не идет? Идет два, да? Идете вдвоем, суки. Начинает меня доводить эта, блядь, дебильная игра, блин. Давай. Еще разок. Да иди ты нахрен, все сломал, ёбанский бомб, блядь. Оружие сломано, ну пиздец. Куда? Куда ты пошел, блядь? Заставить серию, блин, удалять на. Я уже босса убил на. Сука!
Иди нахуй. Все починил, нет, урод. Все починил. Да, ребят, это было просто, блин, я не знаю, хуже еще. Ну, я не знаю, я просто, у меня не просто слов нет. Ну, просто самый налегчайший босс, если без кольца с ним драться, просто отбегаешь и лечишься. Нет, я взял, запоролся, блядь. Ну, как же так-то? Ну, ладно, там, в начале, ну, в конце там, блядь, надо было просто подлечиться. Нет, я, блядь. Ну, куда? Давай. Только не вздумай больше блевать. Давай ты, сука! Ну что это за хуйня? Ну что, ну завис. Фу, блядь, урод. Так. Ну, не помал. Отлично. Давай ты, попади ты! Я тебя боюсь просто. О, активировал колечко. Активировал колечко, отлично. Сейчас это все панно, знаете, какая ерунда. Вот проблема в том, что сейчас меня могут маги убить. Все-таки с ними опасно дело иметь. Так, подождите-ка, давайте-ка все-таки не будем рисковать, на. Уж не рисковать, а сразу быстренько их убить. Ну что-то, у меня еще джойстик сам уходит. Так, еще и разрядился, нормально, подождите-ка. Секундочку, сколько там у меня времени, кстати, осталось? То сейчас кончится серия, я же логики пятой пишу. Хотя бы этого босса убить. Да, еще время есть чуть-чуть. Буквально на этого босса и осталось время. Блять, как он сейчас промазал по мне, не знаю. Да что такое-то, а? Что такое? У меня перегруз, ну и хер с ним. Так. Не просто я бешусь, я взбешен, блять. Взбешен, сука. Где мое кольцо? Где мое кольцо, блин, которое мне надо? Вот это, да. Все, опять жрем. А, кстати, интересно, на него действует эта херня? Давайте проверим. Что, у меня еще и нету этих аптечек хороших. Есть. Вот эти вот достаточно. Значит, давайте-ка вот эти штуки на нем проверим. Я не знаю, честно говоря, работают они, не работают. Не буду я делать невидимость. Тут не надо это невидимость. Хрен там, не работает кольцо. Блять, как-то вот, я вам так скажу, ну просто жесть, блять. Вот ты понимаешь, вот это он тоже может ваншотнуть, херню. Пошел нахрен от меня, урод. Ну как же ты успел-то? Как ты успел? Лох ты драный, блядь. Это не знаете, что делает, а? Ну что делает, сука, хитрая мразь? Как он своей магией мне надоел. Вот эти вот маги очень опасны у него. Дай вылечиться, сука! Отстань, блядь, урод!
Хрен там, сука. Ну как это работает у тебя, черт ты драный? Вот видите, что творится. Просто на противоходе единственное с ним драться. И сразу в бок. В бок убегаем. Вот это вот ваншотник можно было. Ну, вернее, бэкстепнуть его. Не будешь ты в этот раз меня убивать, сука. Хрен ты обманешь меня. А пошел ты, я лучше подожду, пока ты, блядь, сдохнешь, тварь. Опять чуть-чуть не убил, блядь, в концовке. Так, все, грохнули, тварь. У нас есть самая сильная магия, мужики, пойдем вам покажу ее, лишь бы этого мага не убили. Еще успеем. Успеем. И на психовал, конечно, конкретно. Вот эта душа, которая нам дает самую сильную магию в этой игре. Ну, одну из самых сильных, еще огненная сильная. Короче, напсиховал на этом боссе, как положенное. А, все нормально, мы прошли, и этот мир остался. Один мир полный, и один вот этот. А, в него мы и пойдем в следующей серии. Этого не может быть! Именно его убил, сука! Ой, блядь! Ну это жесть, ну почему именно его убил? Я не убил этих, блядь, колдунов, которые мне нахуй не нужны. Блядь, сидят, суки. А, он уже и этого, что ли, убил? Тут эти сидят, уроды. Ну все, мне пипец. Все, ребят, тогда магию не покажу. Это просто... гайд на смарку. То, что эту магию надо было бы, во-первых, иметь. Плюс мне надо, чтобы мне кто-то ставил магии. Подождите, я, блядь, тогда в полной жопе. А кто мне магии будет ставить? Мне надо магия. Ай, блядь, мне надо магия, чтобы последнего босса убить. Показать вам, как убить, надо отравление сделать. Ну, это просто жесть, блядь. Просто жесть. Я даже не знаю, будет ты бросай играть. Больше ж магии никто не будет учить, да? Только этот учит магии, да? А, подождите-ка, а бабу, если освободить, она ж именно магии учит. По крайней мере, она же учит магии. Она же не учит ни хрена наш. Она нас не научит этой отравляющей магии. А мне надо отравляющей магии. Ладно, короче, давайте так на этом мы гайд этот прервем. В принципе, тут целый мир остался. Там тоже один персонаж у нас. И финальный босс. Не хочу, все.